Слушай, когда мы последний раз ходили на физкультуру? А? Не понял. Что это такое? Ты что застыл? Пошли! Слушай, нафига ты разорил училку по математике? Нам теперь хана из-за тебя. Да ладно, пацаны. Здорово! Бабай! Нужно нассать в эту яму. Надо вас отчислять. Не, не надо. Здорово, Бибай Боба. Хотите халявные жрачки получить? Ну давай, давай, но если у нас будет понос, сам за нами будешь убирать. Тьфу, что это за просрочка? Ах ты паразит, ты нас обманул? Неси нам клизму. Ки, Боба, нам тут делать больше нечего. Мы лучшие прогульщики среди всех учеников. И наши песни сасны во всем этом лесу. Что ты на меня развалился, да? Это ты под ноги не смотришь. Да я на какую-то хрень упал. Девочки, вот она коробка конфет. Конфеты? Супер, сожрем и никому не дадим. Ага. Как же ее открыть, а? Да давай зубами ее рви. Еще чего, а куда мы будем срать ходить? Да как куда? В кусты. Боба! Эй, ты розовый слазь, теперь наша очередь. Что это за хрень? Ну-ка дай сюда. Фу, горько. Ха-ха, приятного аппетита. Эй, вы молокососы, чего вы забыли на нашей поляне? Да мы траву у вас брали. Чего вы уже совсем обдолбаны? Что это за херня тут? Дай-ка. Почему это тебе? Я первый его увидел. Гляди, Боба, у меня больше плеск. Хе-хе-хе. Эй, лошара, теперь у меня больше. Хе-хе-хе. Сейчас посмотрим, кто из нас лошара. Я этот булыжник сейчас как заведу. Ой. Мы с тобой наоборот лучше сделали. Канализация больше в нашу сторону не будет течь. Да, вот это круто. Офигенно, у нас теперь собственная тропинка. Бибы и Бобы. Ага. Гляди, Боба, вон там я поставлю собственный... бежим! Вы что тут за херню разлили на нашей поляне? Сюда нельзя ходить? Это частная собственность. Ну хотя бы подождите, пока высохнет лужа. Хе, испугались лужи. Биба и Боба ничего не боятся, да. Вот именно. Но это сопли. Спасите, помогите. А? Я не хочу умирать, я тоже. Да не ссыте, я вам помогу. Хватайтесь.